Друзья, критика является одной из важных составляющих каждого человека. Вы знаете, большинство людей не могут воспринимать правильно критику, а еще больше людей не могут ее правильно нам давать. Вы знаете, критику нужно давать правильно. Есть определенный алгоритм и техника. Мы всегда начинаем с позитива, потом конструктивно меняем нежелательное поведение и завершаем все на позитивной ноте. Даю вам два варианта. Первый, как делают обычно. Бауржан, ты очень часто опаздываешь на работу. Приходи пораньше. Второй вариант. Бауржан, ты отличный сотрудник. У тебя такие классные показатели. Вот тебе бы немножко добавить пунктуальности, чтобы ты приходил вовремя на работу. Тебе бы даже цены не было бы. Так что техника классная. Ребята, берите на вооружение. Всем удачи и успехов!